Привет, друзьяшки и лубашки, меня зовут Лавинья, и сегодня я играю в игру Бравл Старс. Сегодня я буду играть с Фэнгом и открывать кейсики. Погнали! Захват кристаллов. Погнали, побежали. Сейчас надо набрать 10 кристаллов и выиграть. Вот это цель. Там Рико. Беру еще этот кристалл. Дальше пойду сюда в кустики. Понаблюдаем. Там у них нету кристаллов. Ага, здравствуйте. Вот ты и попался. Ладненько, уже 3 кристальчика. Надо с тобой разобраться. Отлично. Теперь я использую жук, когда надо будет. Вот, а сейчас у нас 4 кристалла. И все хорошо, уже 5. Это очень хорошо. Так, надо убрать тебя. Тебя тоже надо убрать, Рика. Чтобы нам было легче забирать эти кристаллы. Убираем его. Отлично, убрали. Плюс кристалл, 7 кристаллов. Убираем, чтобы у нас тут кристаллы не забрали наши, которые мы накопили. Вот так вот, получай. Еще плюс 1 кристалл сейчас будет. Вот, собираю его, уже 9, круто. Вон там Рика. Стреляем, вот тебе, вот, получай. Отлично, 10 кристаллов. Планирую нашей команде уйти или кому-то одному собрать все кристаллы нашей команды. Ну, я думаю, лучше защищать друг друга и сейчас через несколько секунд выиграть. Чтобы потом снова не набирать вот это все. 4, 3, 2, 1, и мы выиграли! Ура! Бой окончен! Ну, а чтобы начать следующий бой, поставь лайкусик, подпишись на мой канал, ну, а я начинаю! Brawl Ball, забей 2 гола, чтобы победить! Погнали! Бравл! Пожалуй, пойду в кустики, потому что многие любят через них идти. Вот, сейчас кто-то заберет мяч. А я пока буду стрелять тут из кустов, чтобы было посложнее. Чуть-чуть быть преградой. Вон там Эль Прима уже закинул мячик сюда. Молодец, Пампер взяла. А сейчас бежим. Получай тик, вот так вот. Сейчас я забрала мячик. И бегу забивать гол. Вот у меня здоровечко, сейчас забью. Вот так вот. Пыдыщ, Лавинья забивает гол. Отличненько. У меня есть жух, и это очень хорошо. Вот так вот получайте все. Вот, теперь быстро берем мяч и закидываем гол и выигрываем. В общем, легкий план. Ну, как сказать легкий. Есть, мы выиграли. Победа! Круто, теперь следующий бой. Уи! Баскетбой, погнали. Бравл, бегу тудышеньки. Вот, стреляем в них. Иду сюда. Там гром. Тут Амбер, надо ее убрать и забить гол. Бегу, вот так вот, забиваю, стараюсь. Давай, давай, забейся. Нет, Амбер все-таки убрала. Но сейчас попробую еще раз, почему бы и нет. Останавливаться не будем. Давай, закидывай. Закидывай его. Он не успел нажать на кнопку. Ну ладно, будем убирать. Вот, Гром, молодец. Гром, убирай. Давай, убираем их. Отлично, молодец, взял. Но Амбер будет мешать. Ну, они сейчас все будут нам мешать это делать. А мы им мешаем. Есть, молодец. Ух ты, сразу 3 очка. Это хорошо. Вот так вот, получайте. Иду сюда. Беру. Дальше бегу тудышеньки. Вот сюда. И стреляю. Вот, есть. Зарабатываю 2 очка. Матч окончен. Победа. А сейчас кейсики, большой ящик, открываю 150 монет, детали снаряжения, очки силы Эш плюс 8 и Биби плюс 12, очки силы Барби плюс 15, понятненько, еще большой ящик, открываю 56 монет, детали снаряжения Джесси плюс 10, очки силы Рика плюс 13, Вольт плюс 30, получено, еще большой ящик открываю, 90 монет, 25 деталей снаряжения, Тик плюс 8, Кольт плюс 8 и Генерал Гасс плюс 8. Надеюсь, все-таки сегодня выпадет какой-нибудь боец. Маленький ящик, открываю 30 монет, детали снаряжения 8, Пока плюс 4, а Эдгар плюс 5. Получено. Теперь мега ящик и тут 6 предметов, тоже хорошо. 261 монета, 83 детали снаряжения, очки силы 16, Тари плюс 16, Макс плюс 20. Надеюсь, будет мигать. Мортис плюс 24, эх, не мигает. Не судьба. Беа плюс 30, Шелли плюс 41. Ну и последний ящик, мега ящик. Надеюсь, все-таки что-то выпадет. Открываю 63 монеты. Детали снаряжения. Джесси плюс 12. И Леон плюс 15. Рика плюс 20.
Сегодня не судьба, но надеюсь, в скором видео попадется боец. Ну, друзья, шкилбашки, ставьте лайкосик, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. Всем поки-поки, уи!